Здорово, подписота. 24 апреля. Среда. Спагетти. Кабачковая икра. Мазик, кетчуп, горчица. И сарделечки. Давайте жрать. Но перед началом видео хотел бы поздравить. Прочитаю сейчас, у меня тут есть написано. 24.04.1982. Поздравить с днем рождения. Братья поздравляют Сергея Веретенникова с 42-м днем рождения. Счастья тебе, здоровья и крепких зубов. Вот так вот. Давайте. Давайте, давайте. Ну что, сарделечка, сарделечка в мазик, в кетчуп и в горчицу. Да. У нас есть чабата. Чабата с каким-то написано с базиликом. Было написано. И, конечно же, икра. Да, кабачковая. Так-то мне и спагетти не нужны, да? Ну как не нужны? Нужны, конечно. Нужны. Островатая горчица. Островата. Островатая. Вот так вот. Да? Вот так вот надо делать. Будет замечательно. Будет прям в самый раз на Тихорецкую состав, блядь, отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Стихи центральные. Стихи вокзальные. Нормальный ход, да. Майонезик, кетчуп, горчица. Угу. Спагетти. Нормально. В охоточку. Хотел вообще типа завтра на дачу поехать, наверное. И зашел за сардельками. Ну, типа хотел на мангале. Типа. Но увидел икру. И вообще захотел прямо сейчас поесть.
какой завтра? Получается, что сегодня я поеду. Я на самом деле поеду завтра, но выложу-то я это завтра. Так что сарделек не будет на мангале, не нужны они. Сардельки и так вкусные. В прошлый раз что была? Свиная шея? На мангале. Икротопчик. Производитель оторван. Не реклама. Кетчуп Мазик, производитель оторван. Не реклама. Горчица оторвана. Не реклама. Сардельки оторваны. Рекламы нет. Нормально. Нормально жить можно. Да. Ну что, я сардельки сожрал уже? А мне еще... У меня две пачки я взял. Ну, хватит. Хорошего понемножку. Ну, макароны неинтересны без сардельки. Без сардельки сами ешьте. Мне такой не надо. Лучше по икорочке. Лучше по икорочке. Вот этот топчик. Да. Банка 199 рублей. Интересная цена. Тесенька магазин. 99-99. Типа 100 рублей это в обморок упаду я. А за 99 прям бежать буду, сломя голову. И не спотыкать. Все, товарищ, я сейчас себе еще сардельку разогрею. Но это будет без камеры. Всем пока. До свидания.